встал, да, поиграли полно 800 баксов. А этот лучше снимает видео. Прикинь. Да? Мазюкать цепь будешь? Не. Не будешь? А ты же говорил, что она у тебя нулячая. Да. Да? 40 километров только проехала на заводской смазке. Получается так, что после какой-то интересной покатушки у тебя возникает желание ее повторить. Так было, когда мы проехали маршрут Коростышев-Киев. Уже тогда знали, что непременно вернемся в эти края. Все, кто впервые оказывался у затопленных карьеров, были поражены красотой этих мест. Коростышевский карьер – один из самых красивых затопленных карьеров этой местности. Как его еще называют, Украинская Карелия. Высота скалистых берегов озера достигает 10 метров. Вода имеет необычный бирюзовый оттенок. Несмотря на то, что цель сегодняшней поездки – это Корнинский карьер, мы не могли объехать стороной это место. И надеемся, что Корнинский карьер также оставит у нас незабываемые впечатления. Я ударил, такой начинается на сердце. Костя, скажи, что ты видишь? Грязь. А вокруг грязи от твоих кроссовок. Дальше ничего не видишь?
звучит. Мы на Корнинском карьере. Корнинский карьер оправдал все наши ожидания. Охрана, на наше удивление, беспрепятственно пропустила нас на территорию, и мы смогли спокойно наслаждаться красотой этого карьера. В отличие от Крастышевского, скалистые берега невысокие и также поросли хвойными и лиственными деревьями. И сказать, какой карьер красивее, трудно. Они разные. Дождливая погода по сегодняшнему маршруту – это скорее положительный момент, чем недостаток. В сухую погоду не очень приятно ехать по тетеревским пескам, которым богата эта местность. А так, дождь в первой половине дня сделал свое дело, и мы практически везде ехали. Как ни старались, а без асфальта не обошлось. Последние километры до Фастова – это докатка асфальта, который не смог испортить всю красоту этого маршрута.
мне жена, сиди дома. И вывод. Надо ехать. Когда ты говорил, значит будет интересно.